Всероссийские спортивные соревнования школьников, президентские состязания – это фестиваль спорта и здоровья. Из года в год все больше регионов страны принимают участие в этой программе, которая была утверждена президентом России в 2010 году. Наша Смоленская область активно принимает участие с момента их основания. 26 апреля в Доме детского творчества состоялось торжественное открытие муниципального этапа президентских состязаний. В соревнованиях примут участие ученики 9 классов школ Десногорска. Поприветствовала юных спортсменов ведущий специалист комитета по образованию Елена Миронова. Президентские состязания в нашем городе проводятся уже не один год. Целью проведения президентских состязаний является укрепление здоровья школьников, вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом и выявление талантливых детей. В этот день юным спортсменам нужно было пройти теоретическую часть и ответить на вопросы о физической культуре. А 27 апреля ребятам предстоит спортивное многоборье. Это бег, прыжки в длину, подтягивания на перекладине, нагрузки на пресс. По результатам состязаний лучшая спортивная школа Десногорска примет участие в региональном этапе в Смоленске.